студию «Паркета», как всегда, Евгений Седых, а сегодня наш гость Семен Антонов, форвард команды ЦСКА и сборной России. Вообще в этой Евролиге неинтересных матчей, по мне, бывает. Реально очень насыщенный сезон, очень хороший. Тебе нравится вот так, мне в таком цели? Мне нравится на тебя смотреть. Я понял, да. Это шутка в ЦСКА. Она в последние сутки приобретает масштабы цунами, но ничего страшного. Здоровый цвет лица. Студию «Паркета». Николай Цинкевич, пресс-атташе нашего клуба. Тот человек, который отвечает за сайт, за все то, что выходит вообще у нас от клуба официально. Хорошая игра будет в следующее воскресенье, 7 числа, 7 апреля. Против «Зенита» будут играть армейцы. И у нас обновленный будет... Старая арена у СК ЦСКА, но абсолютно обновленное наполнение там. Она будет. Уже была обновлена на предыдущем матче с «Униксом», если кто-то приходил на нашу игру с «Казанцами», было здорово в колах и будет еще лучше. Никита Загдай. Никит, всегда рад тебя видеть. Создатель и главный человек в самом долгоиграющем тележурнале «Вид сверху» о баскетболе в стране. А сколько ему? 5 лет? 6. 6 Шестой лет. Сезон заканчивается. Шестой сезон, да. И да. Это самый жаркий. Настолько жаркий, что люди, мне кажется, загорают в этой жаркой концовке Евролиги. И не нужно в солярий ходить, не нужно ездить на море. Загар сам ложится, потому что баскетбол очень жаркий. У нас здесь невероятное происходит. Диджей Мэг зашел за пульт. Игроки разминаются. Слышите звук? Зрители заходят в зал. Друзья мои, на Мегаспорте не только баскетбол, как ты говоришь, крутой, но и все, что вокруг баскетбола, круче просто сложно представить. Вот такая вот русско-испанская вечеринка у нас сегодня, друзья, в Мегаспорте. Настоящий большой праздник. А скажите, мой юный друг, зачем вы решили исписать себе лицо? Потому что я люблю ЦСКА, и мне нравится их игра. Да, у вас есть любимый игрок? Да. Кто? Я уже его забыл чуть-чуть. Ну а у нас здесь в студии «Паркета» гандбол. Гандболисты сборной России Сергей Горбок, Тимур Дибиров. Гандбол в России по-прежнему является очень серьезным видом спорта. Парни выигрывают все. Сверху забиваешь? Да, я помогу. Вот он. А ты забиваешь? Нет. Ну, и не, я тоже, ничего страшного. Он просто не хочет говорить, но он, в принципе, возможно. А тоже, да? А да. Я вот нет. Смотрите за анонсами в наших соцсетях. Друзья мои, пишите счет в комментариях скорее. Ну и увидимся здесь уже в плей-офф. Всем спасибо. ЦСКА Баскет Фригейм Шоу. Счастливо!